Итак, еще раз доброе утро, уважаемые любители футбола. Действительно прекрасно, воскресное утро, хорошая погода, Вернадка парк, и Лига чемпионов подходит уже к середине своего группового этапа. Транссинергия Запад, Западная премьер-лига и ЛФК тройка, Юг и высший дивизион, конечно же, практически не сбиваемый оттуда чемпион Юга. Ну а Транссинергия — это дебютант Лиги чемпионов. Первый раз в своей истории этот клуб. Вот стоило, Максим, может быть, поменять название, и раз, и уже в Лиге чемпионов. Илья Лукьянов, Максим Киселев вместе с вами. Максим, приветствую тебя. Да, действительно, Илья, доброе утро. Приветствуем всех болельщиков, которые в такую рань включили трансляцию. Да, сегодня Лига чемпионский матч. Трансконтейнер всю свою карьеру, да, выступая в Западной премьер-лиге, ну, начиная с первого дивизиона и дальше занимая пятые, шестые иногда, да, и порой несколько раз четвертые места, побеждая в Кубке ЛФЛ, все никак не мог проникнуть в заветный турнирмент. Ну и да, как ты сказал, Илья, действительно, может быть, стоило что-то изменить, да, и поменяли фамилию, можно сказать, да, сменили в ЗАГСе, поменяли вторую часть названия и действительно угодили в Лигу чемпионов. Спасибо, наверное, смс-ки послали в футбольном клубе сотрудников прокуратуры, но надеюсь, что мы будем привыкать к транссинергии в чемпионской лиге. Им тут и место. Да, вот она первая подача на дальнюю, там Павел Крылов искал своих партнеров. Давай, Максим, быстренько, да, к составам. С кого начнем? Да давай с гостей, может быть, начнем с тройки, так сказать, по принципу фэйрплей. Да, как мы с тобой уже увидели, номер один Павел Гуреев совсем не торопится на матче Лиги чемпионов, буквально за минуту до свистка. Ну, конечно же, без первого номера чемпиона Юга здесь никуда не денется. Тройка защитников слева. Направо номер 21 Сергей Сальков. Последний Клим Ландин, номер 88. Чуть правее от него Алексей Житников, номер 8. Тройка полузащитников Артем Шаров, номер 77. Слева Илья Пилипенко, номер 5. В центре поля правее располагается Артем Семенов, номер 9. И впереди Алексей Рогов, номер 1. Прострельная передача. Да, сейчас Пилипенко направлял мяч на дальнюю штангу. И буквально сантиметра там не хватило нападающему, чтобы до мяча дотянуться в эпизоде в этом. И давай тогда, Илья, состав Транссинергии. Они сегодня в таких... Ну, в непривычных, наверное, нашему глазу цветах. Новая форма, да, красная, полностью красная расцветка. В воротах, разумеется, Павел Савоськин, номер первый. Далее, классическая расстановка 3-3-1. Справа действует Михаил Тарасов, номер 17. Центральный защитник Александр Красников, номер 4. Разумеется, Павел Крылов, 14 номер, слева в обороне и не только. Далее линия полузащиты, Никита Митин, номер 79. Под шестым номером в центре поля действует Роман Федорин. Андрей Жарков под седьмым номером слева в полузащите. Ну и Артем Севастьянов. Главное сейчас, наверное, убойное оружие Транссинергии, номер 9, автор 10 голов в Западной премьер-лиге, лидер бомбардирской гонки, ну и 2 мяча, разумеется, в игре, в первой победной игре Транссинергии в истории Лиги чемпионов, 2 мяча организовал вот этот человек, который под номером 9, сейчас будет под удар Павла Крылова. А сколько голов со штрафных организовал действительно Павел Крылов, вы сами прекрасно знаете, ну вот сейчас один из таких. Хорошая точка, хотя у Павла Крылова плохих точек не бывает. Да, знаю, что вратарь команды Интер, да, это еще одна топовая команда в нашей группе, персонально, лично готовился к Павлу Крылову, просматривал нарезки, смотрел, как он исполняет стандартные положения. Ну и вот, к нашему сожалению, да, обратилась эта сторица, поскольку Интер в первом раунде Транссинергию со счетом 2-0 переиграл. Да, давайте озвучим, да, тех, кто у нас в группе Си. Это как раз-таки Транссинергия, да, Тройка, Интер и Миллениум. Вот такой состав этих команд. И понятно здесь, что, ну,
будем говорить откровенно, наверное, Максим, если посмотреть, да, налево, мы увидим Интер, да, посмотрим направо, увидим тройку. И вот здесь выйти в следующий раунд в плей-офф, да, Лиги Чемпионов, действительно, Транссинергии будет очень сложно. И вот эти вот два матча с тройкой, наверное, и будут этот вопрос решать. Да, как раз с коллегой Михаилом Меркуловым обсуждали этот момент в передаче в натуре, которую, надеюсь, смотрят наши болельщики. И пришли к такому несложному умозаключению, что вот сейчас... Вот здесь Севастьянов! Удар в ближнее место прошло, гол будет, да, будет. Да. Засосало, да, Максим, засосало, как обычно будто мы говорим. Пылесосом, да, пылесосом с уже потерянной мощностью, да, вот так вот потихонечку, полигонечку. Вроде бы Гуреев успел локтем, да, удар отразить, мяч задробил и начал вот так вот предательски ползти. Но здесь, конечно, надо отмечать скоростные данные Андрея Жаркова, который туда влетел, просто внеся первый мяч в нашей встрече. Да, и вот как раз-таки Севастьянов, да. Ну вот что значит, Максим, не разогретый Гуреев. Действительно, потому что, как мы сказали, Павел буквально там игра в 11:10 начинается, да, в 11:09 он заходит на поле. Понятно, что для вратаря нужно несколько, ну, относительно самого себя, да, в игру войти, размяться, там, потянуться, ну, и вот эти вот все мероприятия сделать. И вот здесь как раз-таки это мы видим, потому что такие голы, конечно же, в ближний угол для такого голкипера абсолютно не характерны. Да, не свойственны такие мячи для победителей Лиги Чемпионов. И действительно, как мы часто это отмечаем, в футболе мелочей не бывает. Да, возможно, этот эпизод как раз-таки и влияет на открытие счетом Транссинергии. Но активно у нас начинается игра. Тройка уже один полуэпизод создала. Но отмечаем, что Транссинергии-то не тушуются, да, и тут же жалит ответными контрударами. Да, но делать нечего. Делать нечего. Нужно обязательно побеждать. Обязательно побеждать для начала здесь дома, да, и потом будет ответная встреча уже на юге. Да, продолжая свою мысль, которую мы обсуждали, действительно, Транссинергии нужно набрать. Вот сейчас смотрим... Вот здесь удар в дальнюю, штанга! Вот, да. Вот уже и четкий, жесткий ответ, да, это и практически 100% эпизод, если бы не каркас ворот. Да, Алексей Рогов, главный снайпер в составе тройки, я смотрел, более 300 мячей у него, это только на сайте, да, а тройка это команда древняя, да, официальная информация, я думаю, что там полутысячу уже точно Рогов забил, это... действующий профессиональный футболист, да, мы знаем, что прекрасными голеадорскими качествами он отличается. Так вот, Транссинергии нужно набрать в играх с тройкой более чем одно очко. Вот так вот к этому мы к выводу пришли, да, может быть, двух очков хватит, да, две ничьи, ну, или победа в одной из игр дает Транссинергии шансы на выход в плей-офф. Конечно, Интер будет, разумеется, претендовать на выход. Да, ну и вот, в общем-то, Интер, наверное, один из фаворитов. Да, Интер-тройка, пожалуй, наверное, Транссинергия идет андердогом. Да, но шансы имеет. Да, может быть, где-то ее могут немножко недооценить, как может быть дебютант. А вот здесь еще один шанс, пяткой пас не проходит. Да, ну вот как здорово футболисты Транссинергии атакуют, в первую очередь, команду. Вместе все туда заходят в штрафную, ищут продолжение на своего партнера. И вот здесь зарабатывает еще один. Ну, не угловой, а будет вот мяча из-за боковой. Звука нет. Вы заебали, звук кушается. Говорите. И вот Павел Крылов, его вот мяча из-за боковой. Продолжаем здесь туда вперед, но там, конечно, Гуреев должен выйти спокойно. Павел этот мяч забирает, сказал-то Максим, да, о Алексея Рогове, но и нельзя не сказать еще о Павле Овчинникове. Также вратарь с абсолютно вратарской фамилией, да. Вот, поэтому будем смотреть теперь, что же и чем ответит тройка. Конечно же, здесь подбор футболистов абсолютно идеальный, практически, да, Максим. Ну, это вот эта гегемония тройки, да, на юге. Вот кто ее может пошатнуть, я даже не знаю.
А пошатнула ее однажды только одна команда, где, в которой выступал наш любимец Зура Панти. В сезоне 2012-2013 Волхонка стала чемпионом, а тройка, сказать, завоевала это, в кавычках, да, сказано, серебро. И вот единственный раз, да, когда тройка не стала чемпионом. Ну, ты знаешь, с такой стабильностью, такой регулярностью выдавать чемпионство, это, конечно, случай для Москвы уникальный. Да, и при том, что, ну вот, где же эти конкуренты? Где же эти конкуренты для тройки? Вот, на самом деле, этот сезон, Максим, если взять тройку относительно прошлого сезона, уже начинается не очень. Прошлый сезон тройка выиграла 28 матчей, один матч в ничью, один раз проиграли. А сейчас на старте у них уже 4 победы, один матч проиграли и один матч в ничью. То есть все, по идее, по плану тройки уже больше нельзя ни играть в ничью, ни проигрывать. Нужно дальше следующие 24 победы подряд. А вот кто сейчас на первом месте, эту атаку сейчас тройки досмотрим. Но Рогов с мячом, ну как сейчас Красиков у него выцарапывает, да, из-под ноги. Улучшал ситуацию Рогов, но Красиков прочитал. Снова Красиков. Вот, и да, возвращаясь как раз-таки к высшему дивизиону Юга, вот сейчас немножко положение тройки по началу чемпионата пошатнул как раз-таки модуль. Помнишь, Максим, команда как раз нашего знакомого Владимира Юдина, и вот у них отличный старт, 6 побед и 0 поражений. Да, модуль мы также могли видеть на зимнем Кубке Элита, правда, там не очень удачно выступила команда, ну и в Кубке Переправы тоже этот клуб участвовал, поскольку был победителем, да, первого дивизиона. Ну и сейчас лидирует Вышки. Да, тройка действительно оступилась, проиграла завсегдатую, кстати, Еврокубков Трафту, бывшему Трафту Сабурова, да, со счетом 1-2. Ну и Россош, которая усилилась вернувшимся в стан родной команды Александром Минченковым, да, а также примкнувшим Русланом Шоне и, кстати, экс-игроком трансконтейнера Денисом Медадзе. Смогли отобрать у тройки очки, счет 3-3, есть, кстати, запись этого матча. Да, действительно, Илья, как ты сказал, те ошибки, которые тройка могла сделать, уже допущены, и теперь только 28 раз победить. Ну, правда, наверное, 22. Чуть поменьше, да. Но это не важно, все равно уже тройке нужно побеждать, потому что, ну, я думаю, здесь для интереса как раз-таки вот здесь удар дальний будет от Ландина, действительно, в створ. Савойским там не очень просто. Вот здесь, я думаю, для зрителей как раз-таки чемпионата высшего дивизиона Юга будет поинтереснее, когда у тройки появится настоящий конкурент. Я думаю, здесь и самой тройке будет гораздо интереснее выступать. Да, конечно, и это будет усиливать команду для подготовки в общемосковских турнирах. Вот еще один такой полумомент у тройки на подборе мог возникнуть, однако справилась Транссинергия. И вот контратаки — это главное оружие нашей западной команды. Ну и здорово здесь подстраховывает своих партнеров Илья Пилипенко. Да, вот Никита Митин как раз-таки пытался там убежать. Пас-центр здесь, конечно, не точно. Очень много игроков красных. Там были. Жарков успевает там перехватить. Разливается атака правым флангом. Еще один перехват Красникова. Эффективен сегодня центральный защитник Транссинергии. Ну, здесь Митин, ну, Пилипенко здесь снова на постраховке левого защитника. Шаров опустился чуть ниже, принимает мяч. Далее снова по правому флангу атака тройки. Ну вот, перевели. И здесь уже Федорин постраховал. Ну и Ландин снова очень здорово. Мяч остается в поле. Жарков, ну вот они, быстрые ноги, как раз таки Транссинергии. Это человек, который может разбежаться, а удар дальний. И задел ли там мяч Гурии? Я так понимаю, нет, отворот будет. Кстати, никого мы еще, Максим, не представили бригаду арбитров, да, главный Алексей Сергеев, а на резерве ему помогает Руслан Шибян. Да, вот действительно сегодня два арбитра работают. И, кстати, два замена в составе обеих команд у нас происходит. Давай посмотрим, кто появляется на поле. Тарасов, да, у Транссинергии справа в полузащите. Вместо Жаркова как раз, который очень классный выдал отрезок. Да, вот Транссинергии, честно говоря, не разглядел. Да, тоже, кстати, да, Дмитрий Кондрашов. Под номером 11. Вот они такие, да, пока точечный замен. Аккуратненько главный тренер команд меняет здесь футболистов.
И как может быть показаться зрителю, да, там тройка где-то прижала сейчас, да, ну минут 5, трансэнергии, но здесь не надо удивляться, это в принципе обычное дело для трансэнергии, да, отдать мяч сопернику, да, и как раз вот вторым номером, как правильно сказал, на контратаках, это самая любимая игра этой команды. Да, кстати, следует отметить, что на игру подтянулись футболисты «Титана», да, вот Илья Ульяненков, Артем Сергеев и Виталий Комисов наблюдают за матчем. Не лишним, наверное, будет отметить, что сразу же после этой игры здесь, на проспекте Вернадского, состоится матч «Титана» против «Метеора», да, поэтому прямую трансляцию, к сожалению, показать не можем, поэтому вот есть у вас время, чтобы доехать и посмотреть нашего западного чемпиона в деле. Да, при том, что, да, сейчас будет играть «Метеор» с «Титаном», да, а уже там в следующем туре, ну, понятно, также наоборот будет играть, будет хозяином «Титан», хотя здесь уже, да, сейчас по нашей юго-западной и западной линии, да, очень сложно сказать, что где-то здесь кто-то гость или хозяин, потому что мы в основном, конечно, здесь все играем как раз-таки на Вернадка парк. Тем временем штрафной. Вот такие, да. Да. Кстати, извини, для вывески чемпион Запада против чемпиона Юго-Запада. Этот матч тоже надо смотреть. Да, а тем временем розыгрыш, но здесь тройка решила не подавать, ландит сюда налево. Скидка Шарова, однако Миша подкараулил, Клим Ландин, или Ландин, правильно, да, Ландин, или уникальный футболист, играет на позиции центрального защитника в Еврокубках, а на юге частенько я вижу, что выступает на позиции нападающего, и, кстати, немало забивает. Вот такой вот человек есть в обойме тройки. Здорово, там у Пилипенко этот мяч отобрали, достаточно легко прочитали эту атаку. Футболисты трансэнергии, снова Ландин, сюда в центр, Шаров. Дальше на Пилипенко, скидка на Рогова, Рогов разворачивается и в последний момент Тарасов накрывает, вторая попытка уже от Ландина, сказал я об его бомбардирских качествах, а он будто услышал, да, и тут же проверил бдительность нашего Павла Савойского. Ну, сюда назад, Красненков туда вперед, но вот здесь, как мне кажется, вот эта игра, точнее, Крылов, вот эта игра не очень свойственна трансэнергии, да, вот туда вперед забрасывать дальней высокой передачи на Севастьян. Да, действительно, транс-синергия частенько низом выходит, да, через розыгрыш из обороны, из высокого прессинга. И, кстати, прекрасный гол транс-синергии именно таким образом, опасный момент. Это Мишин проверял ворота Гуреева. В общем, очень запомнился гол Тарасова в игре против «Титана», как там через четырехходовку вышли из-под высокого прессинга, да, и воплотили в гол. Действительно, забросы не свойственны для трансэнергии. Как правило, Николай Мазурин ставит выход вот в атаку через вот такие вот, через трехходовки, низом. Ну, здесь в огне, как мы уже сказали, Артем Севастьянов, наверное, больше рассчитывает на его цепкость. А вот здесь ошибка! Нет, все-таки нет. Нужно было, конечно, посильнее назад Гурееву отдать, да, там могли подкараулить. Рискованно отдавал. Сейчас у нас Артем Семенов эту передачу назад. Ну и хорошо. Севастьянов, да, если бы на секунду раньше это прочитал, и это бы как раз секунды хватило. Здесь фолы? Нет. Прямо четко Кондрашов там прошелся по своему сопернику немного сзади. Зацепится Алексей Рогов обязательно за этот пас, но ждет второго темпа. Здесь Житников и Шаров атаку поддерживали, но вот сейчас, да, слышим, что тренер тройки недоволен, поскольку затянул Рогов. Ну и аут. Аут здесь, да, конечно, тройка навязывает свой быстрый темп, свою быструю скорость, да, но, Максим, опять-таки, возвращаясь именно к стилю трансэнергии, ну не получится тебе трансэнергии на эту же скорость вывести, потому что команда очень плотная, такая вязкая, да, и свои оборонительные редуты у нее расставлены, и годами они только улучшаются. А вот здесь пенальти или нет? Нет, свисток молчит. Очень было похоже, да, на нарушение правил в штрафной площадке. Хорошо, что у нас есть запись, можем посмотреть повтор. Да, действительно, там такой подкат. И, конечно, непонятно, попал ли в мяч защитник. Да, ну с корнем, да, Максим, прям с двумя ногами, с мячом. Но я к нему по эпизоду все-таки в начале в мяч, по-моему, Митин там катился, а потом уже как раз-таки, по-моему, Семенов. Да, ну вот видим, что тройка усиливает натиск, а трансэнергии, да, очень комфортно играть со счетами 0-0, а уж тем более 1-0, да, сейчас будет команда закрываться, терпеть, это
Это та самая вот эта вот игра, вот такая вязкая, которую, не, может быть, не очень любят болельщики, однако она показывает высокую эффективность в стане такой команды, как Транс-Энергии. Да, и еще одни замены, да, возвращается Жарков и также Денис Куликов. По-моему, сегодня он не появлялся на поле, да, и вот как раз-таки он выходит. Выходит туда вперед, на Кондрашова почти получилось забросить. Здорово здесь Жарков. И перехват от Семенова в последней уже стадии. Практически шла передача туда, в штрафную площадку. И, кстати, да, ты сказал, да, что выходит Марк Пуцко на поле. Родной брат знаменитого футболиста, да, выступавшего в московском «Спартаке», «Уфе», да, и многих других командах. Который, кстати, тоже в заявке тройки, да. Наверное, ожидаем. Вот опасный момент Рогов простреливает на Филипенко. Чуть-чуть не добрался до мяча. Наверное, ждем. Вот, полагаю, что после завершения профессиональной карьеры обязательно мы брата Марка увидим здесь в составе тройки. Да, тут две фамилии-то уже Пуцко есть, да. У тройки, да? Так что... И, кстати, еще, по-моему, появляется, да, Иван Гусь под номером 3. Защитник у тройки. Ну вот Жарков против мощного Пуцко. За счет длинных ног сейчас нивелирует преимущество скорости Жаркова Пуцко. Но вторым тэпом... Чистый отбор у Пилипенко. Жарков. И получился за работу главой? Нет, это все-таки уходит от Куликова этот мяч. Да, сейчас слышал подсказ просто Николая Мазурина. Бей об него, и Федорин бил об своего. Не совсем понял, об кого нужно бить. Ну да, это более четкие, да, установки тренерские. Федорин, ты сделал все как надо, но он ударил оба. Да, попросит, конечно, более точную, да, перспективу, директиву. Ну, а тройка тем временем зарабатывает штрафной. Федорин мешает быстро разыграть Семенову. Отодвигать сейчас будет на положенные 8 метров арбитр Сергеев. И кто? Пилипенко или все-таки Семенов? Левая нога, а ли правая? Я думаю, наверное, все-таки Пилипенко. Хотя могут и разыграть. И, может быть, и Семенов тут покатит. Пилипенко, хотя так всем видом показывает, что он вообще в этом эпизоде не будет участвовать. И попадает мяч в стенку. Будет угловой. Да, торопится тройка разыграть. Гусев пошел под розыгрыш Шарова, Семенов касание на Пуцко, однако Крылов здесь читает эту проникающую передачу, Клим Ландин уже переводит на Пуцко, ну вот сейчас разжалась пружина Трансэнергии, отодвинули мяч от собственных владений. Пас туда вперед, но все-таки Гусев не решил быстро эту атаку продолжать, все-таки попроще, понадежнее где-то через дом. Хочется отметить, что не тушуется команда Трансэнергии перед тройкой. Ну, кстати, смотрел я в Инстаграме вот все превью, да, и вот говорили представители команды, кстати, все-таки выяснил я, кто ведет Инстаграм. Нашел этих людей, да? Да, это капитан, собственно говоря, капитан команды Сергей Зайцев, который сейчас пока восстанавливается от травмы, скоро мы его вновь увидим, да, вот именно он ведет Инстаграм, и как бы написал так, что встречались уже с тройкой, чего нам, в общем-то, и бояться, да, и даже три мяча. Встречались, да, но эти три мяча, конечно, не помогли, потому что пропустили-то четыре. Да, есть такое, но хочу отметить, что достаточно смело выглядит Трансэнергия, не чувствуется какой-то робости, да, перед именитым соперником, победителем одной из чемпионских лиг. Конечно, конечно, ну и действительно постоянным участником, да, Еврокубков тройка является. Вот, да, Максим, мы как раз с тобой вот в предыдущем туре только Кубка ЛФЛ обсуждали, что, ну, наши обычные, да, регионы, Запад, там, Север и Восток, но вот как раз-таки точечно с юга это именно тройка. Вот здесь будет момент, будет! Очень опасно, согласен. Егореев здесь выручает. И был кто-то. Максим, это Куликов, да, по-моему? Куликов, да. Денис Куликов вышел на замену. Сейчас действительно угрожает просто в упор угрожает воротам Павла Гуреева.
угловой. Павел Крылов, разумеется, его подаст. Подача! И еще один момент создает Трансэнергию. Да, вот смотри, как смело, да, выглядит команда. Действительно, да, ты, как ты сказал, тройка, да, это завсегда ты Лиги Чемпионов. И я посмотрел, за последние 12 лет команда лишь два раза не смогла выйти в плей-офф. Да, постоянно участвуют в высоких стадиях, четвертьфиналы, полуфиналы, да, ну и победа, разумеется, над нашим многострадальным мегатитаном. Да, ничего не поделаешь, да, мегатитан, мы, конечно, не можем не вспомнить, да, ну и, конечно, не отметить все равно эту победу тройки также нельзя, но... По-моему, кстати, давненько. Все-таки, да, тройка вот туда к финалу, даже и к полу где-то финалу не подходит. Да, есть такое дело, но тройка стремительно туда хочет возвратиться. Да, в этот вот финал четырех, если можно так высказаться. Ну и, кстати, недавно, кстати, команда в чемпионате России бронзовые медали завоевала. Но все же это не те награды, на которые уповает команда тройка Юг. Конечно. Конечно, но все равно вот приятно на нее смотреть, да, так как мы говорим, что особо конкурентов нету у тройки. Но вот как ты, Максим, уже вспомнил, ключи от того, как выиграть тройку и как нанести поражение, есть только у одной команды, это Трафт. Вот если посмотреть, да, за всю историю, мне кажется, наверное, больше всех обыгрывали тройку только Трафт. То есть, если хотите узнать, как обыграть тройку, обратитесь к этой команде. Да, Трафт Сабурова действительно вот какой-то золотой ключик, да, имеет для того, чтобы подобрать к замку команды тройки. Ну что, контратака 2 в 2. Максим, получится ли что-то у Трансэнергии? Здесь нужно до удара довести. Да, получается, но Ландин здесь накрывает. Да, ждал Ландин, когда... Вот свершится этот замах секиры, да, и в последний момент уже в полупадении, да, все-таки блокирует удар Федорина. Ну, какая уже возможность, да, у Трансэнергии? Полумоментов уже, наверное, с дюжину создали, и подходов как много, Жарков, но тройка успевает вернуться назад, уплотнить зоны, и контратака пошла. Ну, неужели фола не было? Да? Нет, нет, был, конечно, был фол, и мне кажется, даже и желтую здесь можно показать. Посмотрим, достанет ли карточку Алексей Сергеев. Нет, пока без карточек. Да и, по-моему, даже и без устных предупреждений быстрого мяч тройка разыгрывает. Согласен, что фол тянул на желтую карточку, поскольку это была очень перспективная атака, да, и, по-моему, сам Тарасов, да, который вот так вот обнимал по-борцовски там Пилипенко, думаю, что сам полагал, что ему желтый карточку. Ну, уже так, как бы 100%, да, знаешь, как шел на горчичник, да. Да, шел на этот фол, уже даже уходил, отворачиваясь от судьи, понимая, что ему в спину где-то желтый цвет должны показать, но нет. Пока нет, пока без желтых. Да, пока без желтых, однако... Конечно, контратаки, да, удивительно констатировать, что тройка играет на контратаке в таком матче, да, но это именно так сейчас по рисунку нашего футбола и выглядит, да, действительно, тройка начинает все ближе и ближе к воротам Павла Савочкина подходить, уже мы видели ситуацию с неназначенным пенальти, уж не знаю, там все-таки повтор надо мне смотреть, не берусь судить. Конечно, да, так сложно, в динамике, да, вот этой быстрой, когда все за секунду происходит, сделать какой-то вывод. Да, и вот эти вот возможности, которые и штангу, да, мы видели, и сейчас несколько опасных штрафных, ну и вот этот вот забег, который сейчас прервал Тарасов нарушением правил. Ну ладно, отпускаем эти эпизоды, констатируем контроль мяча тройкой. Из глубины сейчас защитник левый нажимает, Пилипенко очень активен в эти минуты. Ну, главное, движущая сила тройки в середине поля, да, Илья Пилипенко. Конечно, мотор, да. Бесконечный. Просто смотри, что Федорин делает. Опять разгоняет атаку Трансэнергии. Куликов, ну, здесь уже где-то и сил Федорину не хватило, да, на очередной забег оттуда, сзади, со своей половины поля. Жарков. Мяч под левый, но не очень удобно. Забыли здесь Кондрашова. Ну, как на 2 метра, на 3 метра, да, он этот мяч принимает, да, хотя если бы рядом с собой это сделал, дальний удар здесь от Крылова, ну, действительно, настоящая такая атака, доведенная все-таки до удара. Хотя у Кондрашова была возможность гораздо лучше, прими он мяч удобнее себе. Да, позиция у Кондрашова действительно была очень перспективная, да, не смог укротить. Мяч Крылов пошел
на угловой. Все стандартные положения, понятно, что кому отданы на откуп. И Шнурок. Кстати, вот в бытность в системе ЦДН Альберт Осколков, Альберт Николаевич Осколков, главный тренер ЦДН, выгонял с тренировки тех людей, у которых развязывались шнурки. Не знаю, как это могло распространиться на матч Лиги Чемпионов. Опасная подача, какая хорошая, и Красников. Да, знаем мы, что секретное оружие есть в составе Трансэнергии, да, это центральный защитник, кто бы на этой позиции не играл, обязательно человек ходит на угловые и частенько головой реализовывает. Вот сейчас Красников был близок. А, по-моему, кстати, Красников-то и Милени ему забил гол, его, правда, не помню, Максим, с углового или нет. Но с углового головой. Вот, ну, нет. Видишь, поэтому, да, да, здесь четко ты провел снова. Параллель, кстати, еще также Максим, смотри, 2-4 выиграл Трансэнергия у Миллениума. 2-4 тройка выиграла у Миллениума. 2-0 проиграла Трансэнергия Интеру, а тройка сыграла 2-2. То есть, видишь, здесь где-то все результаты очень похожи, да, очень плотно. Да, и констатируем, что маленькая разница в эти, вот, да, для футбола 8 на 8, да, преимущество плюс 2, очень, это вообще зыбкое очень преимущество. Ну и, разумеется, статус соперников, слава богу, что такой. Хотя не во всех группах мы видим такую картину. Например, вот Титан. И вот здесь удар дальний, все-таки забивает. Забивает тройка. И обидный очень гол здесь для Павла Савоськина, да, где-то там чуть-чуть рикошет был небольшой, и здесь тоже, да, говорим так, что... Ну, и посмотри, все, и время первого тайма подошло к концу, а мы идем вместе с командами на перерыв.
Возвращаемся мы на второй тайм. Просим вас прощения за то, что действительно по техническим неполадкам мы включились только со вторых 30 минут. Ну, в полной версии, когда сейчас она чуть попозже выйдет, эта трансляция, вы нас, конечно, сможете послушать и полностью, целиком, еще раз переносим свои извинения. И возвращаемся на матч. Видели вы, что на последней секунде тройка забила. И тут же Алексей Сергеев дал свисток. Очень обидный год для хозяев поля, для Транс-Энергии. Да, действительно, настолько в раздевалку редко приходится увидеть. Да, ну просто вот, то есть мяч влетает и тут же звучит... свисток на перерыв. Очень обидно, как мы говорили, что в случае с первым голом, да, который туда засосало, да, в ворота тройки, здесь такой аналогичный эпизод, похоже, там тоже, да, пылесос включили, да, и да, вроде да. бы Павел Савочкин дотянулся до этого мяча, однако предательски тот заполз за линию ворот. Да, это, знаешь, Максим, вот играли здесь, и вот когда сейчас забили, да, и тут же свисток, как обычно, на коробке боевой, догола играем и расходимся. Вот здесь то же самое, забили, все, и пошли. Отдыхать продолжается, тайм второй, конечно же, и продолжается она с атак тройки. Опасный момент, какая скидка от Семенова на Роговой, Рогов в касание, левой ногой в... Опасный момент, какая скидка от Семенова. Она кратчайшая, и Савоськин бы вряд ли управился, если бы Рогов попади. Да, ну что, Максим, наверное, напомним, да, состав играющих команд. Начинали мы с тройки, давай сейчас с Транс-Энергии. Савоськин первый в воротах, Крылов 14-й слева, Красников 4-й последний, Тарасов 17-й справа. В защите тройка... пол защитников, Жарков 7-й слева, Федорин 6-й в середине, Митин 79-й справа и впереди Севастьянов 9-й. Да, и состав тройки в воротах: Павел Гуреев номер 1, защитники 8-й номер Алексей Житников действует справа, Клим Ландин номер 88-й центральный защитник, далее слева Сергей Сальков под номером 21-м, полузащитники капитан команды Артем Семенов номер 9-й, в центре главный мотор команды Илья Пилипенко номер 5, левый полузащитник под 77-м номером Артем Шаров и в атаке под номером 11 Алексей Рогов. Вот так вот, без изменений. У тройки и у Транс-Энергии, насколько я понимаю, тоже, да, тот же состав, что и с первых минут матча. Да, то есть начинаем стартово, начинаем. То же самое, там что-то пока какие-то споры у нас на бровке, от кого ушел этот мяч, да, кто там должен. Продолжайся, ну все, вроде все быстренько утихла, игра наша продолжается. Пилипенко! Ну вот с Федорином они сегодня уже не один раз, да, там закусились. Ну, конечно же, игроки в одной и той же зоне играют и, конечно, встречаются. Красников здорово. Здорово играет Александр. Артем Севастьянов принимает мяч. Ну вот потеря и врывается Илья Пилипенко. Передача в касание сейчас в стеночку такую ФШМовскую разыграли с Рогом. Однако защитники успели переместиться. Да, ну и вот, Максим, не знаю, согласишься или нет, но как-то по первому тайму совсем Севастьянова было незаметно. Я так понимаю, Ландинова вообще перекусил. Практически, да, там пару атак, конечно, все равно через него смогли соорудить. Да и хотя и, собственно, и голевая это была как раз-таки после удара Севастьянова. Хотя здесь я сам себя, да, опроверг, но все равно по дальше. Сути, голевая передача, да, по сути, голевая получилась, но все равно дальше в первом тайме, да, Севастьянов где-то оставался в тени. Да, по совокупности технико-тактических действий, да, у Клима Ландина преимущество, да, над Севастьяновым, но как ты знаешь, разрушать всегда легче, да, нежели созидать, и тем более, что Транс-Энергия уповает на атаки из глубины, да, на вот эти вот розыгрыши, врывания краев, в частности, Андрея Жаркова, поэтому, наверное, главным действующим лицом не является Артем Севастьянов, но сказал я, да, что в сумасшедшей форме находится, и дай ему голевой эпизод, думаю, что может воплотить во взятие. Да, Пилипенко в не менее хорошей форме, конечно же, как и обычно. Развивается атака, Крылов. Подбрасывает мяч, сейчас такое йога-бонита в исполнении нашего
лучшего защитника всех сезонов, да, по-моему, у него полки уже закончились. Все уже, и стены, да? Для этих полок ошибка. Здесь принимает мяч Жарков, но быстро это атака не развить. И дальний удар от Павла Крылова. Артем Семенов заблокировал, и на подборе тоже он. А Крылов сейчас, как у него... Клюшкой выбил, Жарков удар поворотом и рикошетом. Спину. А Крылов сейчас... Да, попадай там... Клюшкой выбил, Жарков удар поворотом. Сергей Сальков и будет угловой, конечно же, под слева. Вот Павло Гури этот мяч будет ставиться. Ну и, конечно же, Павел Крылов, как мы уже и сказали, исполнитель всех стандартов. И вот здесь нужно пристально следить за Александром Красниковым. Скромненько он так подошел туда, в штрафную площадку. Кто его там? Его уже там опрокинули. В нижний бой перешел Красников, в партер. Да, и вот сейчас выцеливает Тарасов туда, навесную передачу на Красникова. Он там по-прежнему еще в гуще событий. Федорин на подборе. Мяч принимает Митин по своему правому флангу. Ну и здесь, да, такой двойной рикошет в пользу тройки. И что там случилось с Митиным? Мяч сейчас скачил вроде бы в колено, но почему-то держится за нос. Да, неужели кровь пошла? Да, сейчас посмотрим, все ли там нормально с полузащитником. Транссинергии. Может быть, где-то его и соперник задел, но нет, все нормально, игра продолжится. Ждем лишь только Павла Гуриева. Короткий розыгрыш со своим левым защитником. И вот она дальше. Передача. Скидка не точна. Контролирует ситуацию Павел Крылов. Не позволяя Артему Семенову до мяча добраться. Сам же бросает из-за боковой. Митин. Ну вот пока что не в порядке Митин. Да, видишь, потери на ровном месте. Да. Да, и вот здесь все-таки где-то вот этот гол на последних секундах. Ну, не сказать, что какой-то слишком уверенности пожатнул у Трансэнергии. Просто, конечно, психологически на второй тайм легче выходить было тройки, это точно. Тарасов здорово в подкате действует против Пилипенко. Ну, против Пилипенко только в подкате можно успешно действовать, да? Какую скорость и динамику показывает Илья. Ну да, настоящий мотор, как ты отмечал. Команда разгоняет все атаки тройки. Пилипенко всегда хороший, я не помню, когда этот человек бывает не в форме. Что в Аиствуду, да, что вспоминаем, да, что в тройке в основном, да, что в сборной Юга. Ну просто всегда в форме, как ему это удается. Рома. Да, да, да. Надо, если вообще, да, взять анализы, да, и там кровь или что течет у Ильи Пилипенко в этом смысле, да. Да, на каком топливе бегает Илья Пилипенко, интересно узнать. Прошел ли бы он допинг-тесты. Ну, конечно, действительно, просто всегда приятно следить за такими футболистами, которые, когда не глянешь, всегда уровень, причем топ-уровень, да, Максим? Да, высочайшая стабильность, это, конечно, признак класса. И таких футболистов в составе тройки немало. Надеюсь, что наши ребята из Транссинергии тоже к этому стремятся, да, что будем привыкать к этой команде в Лиге Чемпионов, что это не разовое явление. Да, при том, что очень хорошо стартовали, да, в западной премьер-лиге. 3 победы, 2 ничьи, причем ничьи с любимыми клубами, это Титан и Мега-Титан. Здесь снова наши гранды западной премьер-лиги не смогли обыграть Транссинергию. И пока этот сезон начали без поражений. Получается, что мы отмечали, да, что третья игра в Лиге Чемпионов у Транссинергии, а по сути пятая, да, потому что и Титан, и Мега-Титан получается в Лиге Чемпионов. Да, и то есть здесь очень сложный, конечно, календарь, но и плюс, если уж действительно заявились в Лигу Чемпионов, да, нужно быть готовыми к ней. Да, это обязательно и все непременно. Ну и надо отметить, что достойно сейчас Трансэнергии смотрится, да, на равных играет, по сути, стройка. Ну, небольшое, наверное, преимущество все-таки у бело-синих есть, да, но, в принципе, Трансэнергии
почему очень достойно выступает в Лиге Чемпионов. Да, при том, кстати, вот Максим, время, ну вот относительно, если Сету не брать, да, из западной перелиги, стандартно классический трансконтейнер, трансэнергия 10:50. Вот самое любимое время этой команды, поэтому относительно утренних встреч у этого коллектива никогда никаких проблем не возникает. Да, вспоминал я в статье, как выходили из первого дивизиона, да, все тогда по регламенту. Давай сейчас атаку досмотрим. Рогов под левую все убирает и слева же бьет. Вы скажете, что попал во вратаря, а я вам скажу, что Савоськин правильно принял позицию. Да, поэтому... Очень здорово я занял. Да, конечно, этот мяч очень тяжело было бы принять. И получается, да, что просто грудью, да, подставил свое тело. Павел обратно в поле этот мяч выбил. И опасно, опасно, да, Рогов пробивает. Да, очень опасная ситуация. Так вот, продолжу свою мысль. Трансэнергия, когда выходил в высшую лигу Запада, да, где-то лет 8, наверное, назад это было, в общем-то, тогда по регламенту хозяева ставили, не хозяева, как сейчас, не хозяева, как сейчас ставили матчи, а тот, кто выше в турнирной таблице шел, тот и назначал игры. Вот такое было правило в регламенте. И трансконтейнер, идя вверху таблицы, все игры ставил на, соответственно, на утро воскресенье. И, ну, многие команды выли, конечно, от этих, да, от этих утренних матчей, но так делал трансконтейнер и постоянно их выигрывал. Да, и традиция продолжилась. Конечно, да, по сути, вот всю жизнь эта команда как раз-таки в этот временной отрезок играет. Вот Севастьянов уже один гол он придумал, может быть, второй. Жарков там ему помогает, выдавил Клим Ландин из штрафной площадки мяч. Жарков уже третий темп подключает, это Тарасов, где темп четвертый, там уже Федорин подстраивается. Филипенко, вот сейчас Федорин, смотри, как подстраховал. Да, Федорин, коротенько, с Жарковым, посуда в центр, ну а здесь уже атака захлебнулась. Да, в цейтноте уже действовал Тарасов, и точную передачу на Севастьянова отдать не удалось. Да, при том, что вот, кстати, если брать, да, вспоминая все выступление трансконтейнера, классическое место этой команды от 4 до 6, да, Максим? То есть обычно не выше, не выше. Да, не удавалось даже за медали зацепиться, заветную. Даже вот не то, что бронзу выиграть, а в Лигу Чемпионов попасть. И вот, к сожалению, вот все мы радеем. Вот уже скоро будем писать коллективную петицию, чтобы победитель, да, Кубка ЛФЛ все-таки попадал, да? Вот ЦДК, почему снялся, да, с Кубка ЛФЛ? Конечно, да. Ну, потому что там, во-первых, группа такая, ну, если брать ЦДК, при всем уважении к тем коллективам, которые в этой группе находятся, для ЦДК это просто абсолютно сладкие, так сказать, соперники. Да, и там... Действительно, два очень больших поражения ЦДК им нанесли. Ну и понятно, что здесь уже совсем они расстроились и снялись с Кубка ЛФЛ. Да, и, конечно, вот хотелось бы видеть и ЦДК в Лиге Чемпионов. Нам тоже бы этого очень хотелось, да. Вот, может быть, действительно в регламент все-таки будет внесено это изменение, это корректировка. Да, но вот сейчас вот, например, в профессиональном футболе, да, вот Арсенал уповает, Арсенал идет в чемпионате там на каких-то... Да, где-нибудь 10-11. Да. Но при этом, да, вот громит соперников в Лиге Европы, понимая, что может попасть в Лигу Чемпионов через этот турнир. Да, то есть тоже можно попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. И это, знаешь, Максим, где-то правильно, потому что не каждый сезон у команды может сложиться так, как ей хочется. Да, из-за разного рода причин. А здесь есть шанс в еврокубковом турнире, да, попасть как раз-таки в турнир уже самого высокого значения. Да, тем более... Ой, какой удар! И был ли там гол? Нет! Атака продолжится от перекладины, кричит там скамейка тройки, что был гол. Но смотрим мы за резервным. Смотрим мы за резервным в первую очередь. Да. И я так понимаю, все спокойны. Все спокойны у нас арбитры, и это значит мяч ленточку ворот не пересек. Руслан Шигапов там мускул не дернулся на лице у нашего арбитра. Самое главное, что он стоял в той точке, да, где максимально удачный был обзор для того, чтобы увидеть, пересек ли мяч линию ворот или нет. Да, однако... хорош удар, да, Максим, вот я как-то упустил. Это Рогов был, носил сейчас удар или нет? А ты знаешь, по-моему, не Рогов бил, это из глубины наносил удар человека. По-моему, если не ошибаюсь, удар наносил Сергей Сальков из глубины, да, такой пушечный выстрел от левого защитника. И ты знаешь, сейчас на что уповали вся скамейка тройки? Что футболисты «Титана» стояли там и подсказывали, что был гол.
Да, интересно, что Титан сейчас там разбирает на ворота Волоскина. Да, то есть... Но здесь, ну, Титан, наоборот, должны кричать, нет, гола, зачем им лучше, что выйдет трансэнергия? Хотя, не знаю, может быть, и Титану интереснее стройка играть, потому что как играют они с трансэнергией, они знают. Да, и как им тяжело обыгрывать эту команду. Да, ну такой, конечно, эпизод. Мы говорили, что тяжело нам разобраться с ситуацией с пенальти в первом тайме. Но здесь еще сложнее, да, нам рассуждать с нашего скворечника, было там или нет, надо замедленный, конечно, повтор смотреть. Да, здесь только вот эта система, да, соколиный глаз помогла бы Алексею Сергееву точно бы определить, да, пересек мяч ленточку или нет. Да. Может быть, вот и как раз смотри, что делает Алексей Сергеев, прогоняет футболистов Титана оттуда, хватит там вот это подсказывать, освободить несколько полей. Я думаю, там Руслан Шагапов с другого фланга скажет сейчас футболистам Титана все-таки в зоне чуть подальше разминаться от штрафной площадки. Теперь уже Павла Савойского. Да, и не солить своим товарищам, с однополчанам, да? Ну, Много эпизодов таких случается в профессиональном футболе. Вспоминаю я матч на чемпионате мира, когда Германия обыграла Англию. Да, и там, по-моему, после удара Стивена Джерарда мяч 2 метра пересек линию ворот, судья не засчитал. Немцы тогда выбили англичан, по-моему, с разгромным счетом 4-0, извечные соперники. Да? Ну и, конечно же, вспоминаем мы совсем вот свежий эпизод, когда Криштиану Роналду, да, направил мяч за сборную. Мяч пересек тоже метр линию ворот. Судья не засчитал. Португальцы потеряли 2 очка. Роналду бросил повязку. Да, бросил повязку. Хотел вообще там закончить чуть ли не с карьерой сборной. Действительно, там и при том, что на последней минуте, или там в добавленное время, счет 3-2 должен был бы становиться. Но это как раз Португалия-Сербия, да, по-моему, этот матч. Да, в итоге 2-2 закончили, потеряли 2 очка, да, и... Ну вот, благотворительный фонд выиграл от этого всего действия. Ну, я к чему я это веду, что если уж в профессиональном футболе такие ситуации случаются. Конечно, да? На самом высоком уровне, да, там в подготовке и на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира, да. Даже, конечно, уровень Лиги Чемпионской и ЛФЛ тоже очень высокий, но здесь действительно добавить нам в любительскую футбольную лигу таких технологий, которые есть в большом футболе, да, конечно же, таких ошибок мы могли точно избежать, но и просто они могли бы помочь и командам, и судьям. Соответственно, посмотрели я сейчас повтор. Все-таки Максим вот в том моменте с пенальти Никита Митин был все-таки раньше на мяче, а потом уже попал, ну, соответственно, в игрока, потому что ему уже больше куда деваться было некуда. Да, жестко достаточно со стороны смотрелось, но все-таки именно в мяч он сыграл. Да, ну и здесь тогда отмечаем квалифицированную работу наших судей, которые... не имея такой возможности, да, разобрались в эпизоде. Я имею в виду, что сразу по горячим слезам, да, посмотреть эпизод, но да, действительно разобрались. Кстати, вот в одном из других турниров, да, тоже работал, там был интересный комментатор, господи, интересный был арбитр, который все спорные эпизоды залезал. Интересный комментатор как раз там Максим Киселев в этих турнирах. Залезал на вышку, залезал 4 или 5 раз на вышку и просматривал на ноутбуке повторы. С таким я... У нас в ЛФЛ не сталкивался. Нет, ну, в принципе, систему ВАРа понемногу. Ладно, досмотрим эту атаку. Шанс у Митина и гол! Забивает Никита! Хорошая передача, хорошая атака у Трансэнергии получается. Где-то там опять немножко тройка провалилась. Да, забыли Митина там на правом фланге, получается, обороны. И аккуратно низом на точность, да. Можно было, конечно, здесь и на силу пробить, но главное на точность. Попадает в нижний угол. Тяжело сложиться было Гурееву. И снова выходит вперед Трансэнергии. Да, вот этим ударом, коварным ударом щекой, да, ловит на противоходе Гуреева, да, и там действительно сложиться было просто невозможно, но прекрасная атака, да, отличная передача и Трансэнергия. Мы говорили, что они тушуются, а вот она уже и вперед выходит. Да, хотя вспоминаем эти моменты, да, у... как раз таки у тройки и вот этот вот удар. Снова Митин здесь мячом, а отдаст ли передачу? Нет, затянул здесь с решением. Федорин, как всегда, на подборе. Успевает. И Тарасов еще одну возможность для себя пытается выудить. Но защитник накрывает. И обошлось. Да, Трансэнергия, что неужели добивать, что ли, идет тройку? Да? Ну, раз, вряд ли так можно сформулировать. Раз уж идет, да, и идет игра действительно. Ну вот здесь тройка...
хорошие моменты свои не забила, а вот Транссинергия нашла момент в атаке. И опять, Максим, отмечаем практически 100% реализацию своих моментов. Да, действительно хорошо воплощает Транссинергия. Ну, тройка не лыком шита, не из таких передряг выбирались. Да, сейчас мы, я думаю, что шквал атак увидим на ворота Савоськина. Но пока что отодвигает Транссинергия. Очень компактно, кстати, перемещаются футболисты, да, нет разрывов в зонах, да, и действительно как слаженный командный механизм. Именно на такую игру уповает Транссинергия, ведь не скажешь, что это какие-то есть лидеры, да, выделяющиеся люди там, да. Все-таки командный футбол — это вот сама Транссинергия. Да, по-настоящему, действительно, командный, конечно же, об этом все время говорим, но от этого никуда не денется. Настоящий командный оборонительный футбол, да, но все-таки быстро розыгрыш здесь от тройки. Атака продолжится. Слева там Гусев. Гусев вынужден играть назад через Житникова. Здесь Пилипенко помогает своим партнерам. Пуцко подключился по левому флангу, однако Пилипенко выбирает иное направление атаки. Да, выбирает Гусева справа. Удар накрывается, еще раз Гусев будет пытаться, и Красников, как здорово играет Александр, еще в подкате летит Куликов, вот она коллективная оборона, действительно, все, посмотри, практически все, и футболисты тройки, и футболисты Транссинергии на половине поля красных. Да, сейчас как бы не прижаться к своим воротам, передача на Гусева, да, там Рогов простреливал, и защитник здорово сыграл. Ну смотри, уже придавливают, да, сейчас тройка Транссинергию. Да попробуй таких придави, Максим, да, мы сколько таких матчей наблюдали в Западной Премьер-лиге, да, и опять-таки вспоминая эти матчи и Мегатитана, и Титана, и Барса, да, ну, можно хоть 30 минут, да, на половине поля Транссинергии быть и при этом не забить ни одного, пропустить один и проиграть. Да, в таком футболе надо констатировать, что Транссинергии себя чувствуют как рыба в воде. Очень комфортно, конечно. Это их хлеб, да, именно это главные козыри команды Транссинергия. Но другой вопрос, что у исполнителей какие у тройки, да, и мы видели удар сумасшедший, да, вот когда в крестовину попадал, и тройка-то считает, что гол-то там был, да, ну и... Это Титан считает, Максим. А Титан подсказывает. Титан считает, и поэтому тройка соглашается, конечно же. И так бы она уже выходила бы в том эпизоде вперед, да? Титан обижен просто потерей двух очков в чемпионате, поэтому мстит. Конечно, конечно, да. Все помнит прекрасно, все футболисты, да, ну и хочешь не хочешь, а между собой они являются конкурентами не только теперь в чемпионате, но и в Лиге Чемпионов. Да, как говорил Николай Фоменко на авторадио однажды цитатой: «Опасно!» И, кстати, в створ, да, этот удар получился. Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая. Вот так вот Титан, ну а у нас Савоськин просто выручает сейчас, спасает свою команду. Рогов против четверых. Четыре, да, четыре человека против Рогова. Что там ему делать, контратака, получится ли? Ну и здесь уже четыре человека вокруг как раз-таки игрока Транссинергии. Это, да, Артема Севастьянова. Как сейчас Житников технично переступом обыграл, не заметил просто Севастьянова, при том, что был, по сути, на позиции последнего защитника, однако смотри, как технично сыграл. Пуцко на Гусева. Пас туда в центр, вот Рогу уже пониже приходится опускаться, дальний удар, ну, Савоськин, я так понимаю, видел, что мяч в створ все-таки не попадает и в последний момент убирает руку. Ну да, контролировал ситуацию наш вратарь, не допустив углового. Интересно, кстати, Максим, календарь получается у Транссинергии. У них в календаре сейчас две тройки и два феникса. Ну, то есть как-то между собой сейчас тройка-феникс. Только там, ну, 9-99, понятно. Да, можно запутаться. Но все равно заметь, что тяжелый, действительно, очень тяжелый календарь на этот отрезок. Да, не просто, конечно, Транссинергии на два фронта. С такими соперниками удар в ближний угол вроде бы не получился, да, у Тарасова. Однако Гуреев не стал рисковать, отражает на угловой. Сейчас мы красим. Но заметь, где-то кто-то Павел действительно сам на себя сегодня не похож. Не вошел полностью в эту игру, как мне кажется. Не знаю, согласишься, Максим, или нет? Ну, наверное, все-таки вот это вот поймали мы Павла на автостоянке, да,
опаздывал вратарь к матчу, да, и, наверное, сказывается это на футболе. Действительно, такой эпизод, что вратари особо тщательно должны готовиться к Лиге Чемпионским матчам, да, и Гуреев сегодня, ну уж, по крайней мере, не лучше свой матч выдает. Это точно, но тем более, хочешь не хочешь, а в Лиге Чемпионов, да, как мы всегда также об этом говорим, Максим, каждый гол важен. Особенно в такой плотной группе, да, как тех результатов, о которых мы вам говорили, да, если Миллениум там обыгрывается одинаковыми счетами, и с Интером тоже там не больше двух мячей, да, туда-сюда получается. То есть здесь вполне вероятно, действительно, что в конце этого группового этапа может быть такая ситуация, что и будут и мячи считать. Да, вполне это может случиться. Ну, ты говорил, что да, 2-0 было, 2-2 было, вот сейчас 2-1 наблюдаем. Ну, голы еще могут случиться, но вряд ли стоит ждать каскада. Здесь ошибка в центре поля, Жарков разгонится, но не отдаст четко. Да, там Митин тоже просил передачи сейчас. Севастьянов возмущен тем, что момент 3-2 был загублен. Но, на мой взгляд, может быть, Митина была более выгодная позиция, потому что тот стоял на свободной линии передачи, а вот Севастьянова там перекрывали и, собственно говоря, перекрыли. Да, потому что еще, кстати, интересный момент, Максим, здесь у тройки, что в прошлом году, что в этом, группы Лиги Чемпионов вообще абсолютно различаются. То есть в прошлом году они играли с тремя звездочками, Бобром и Динамо. Ладно, смотрим, за это атака нужно бить! Ну а как же сейчас-то не решает этот момент Сергей Сальков? Посмотри, его никто не встречал, и практически все ворота были перед ним. Да, Сальков сейчас нам показывает, почему он не забил, ему требуется замена, уже задохнулся в этом эпизоде. Сальков сил для точного выстрела уже у него не осталось. И меняют Салькова. Кстати, Пуцко тоже с поля уходит. Двойная замена. Да, кстати, заметь, сегодня уже третий центральный защитник у тройки. То есть Ландин, Пуцко, да, и сейчас еще один, это Яков Сувор. Да, кстати, Суворов, маршал выходит на последний, так сказать, отрезок матча, не появлялся. Потому что интересно, маршал у нас расположились по полюсам, Кутузов на севере, а Суворов на юге. Да, действительно, да. Отлично, Максим. У нас, знаешь, это всю Москву, да, можно быть спокойными за нее. Весь, так сказать, радиус, да, компаса наши маршалы любимые заняли, да, ну, это от тройки сейчас нужно, конечно, более об атаке помышлять. Счет по-прежнему 2-1 в пользу Транссинергии. Рогов прекрасно об этом помнит, обыгрывает своих оппонентов. Проникающая передача на Клима Ландина. Помнишь, я говорил, что он играет нападающего? И вот, пожалуйста, где же наш почему мы его потеряли? Да. Так вот почему, потому что он в атаке. Да, свистать уже всех наверх, как мы это любим говорить в трансляциях. А Клим Ландин очень много забивает, когда играет в атаке эдакого столба. А, и вот здесь могла быть контратака получиться, но если бы не нарушение правил чуть раньше, посмотри, там Александр Зуев также тоже в центре этого эпизода. И очень любит он, конечно, этого арбитра Алексея Сергеева. Но я так понимаю, там все тихо. Хотя нет, все равно чем-то пару слов перекинулись. Да, и там и Антон Архипов тоже половина титана, да, никак не может успокоиться. Да, Алексей Медведев, да, ну в этих моментах будет не хватать, но ничего, он за Барс теперь играет. Возможно, тоже скоро увидится. Да. Продолжается атака тройки, снова вжался всем составом практически. Хочется сказать трансконтейнер, нет, транссинергия вжалась, тогда будет правильней и угловой. И, конечно, Илья Пилипенко пошел подавать со своей роскошной левой. Нет, разыгрывает через Суворова. Суворов возвращает Пилипенко и Жарков на перехвате. А сколько там времени у нас прошло? Опасный момент. Да, остается две. Да, извини. Максим, да, две минуты. Две минуты. Вот почему еще сильнее сейчас тройка напрягает. Да, уже панель пропал. Сейчас надо ва-банк идти тройки. Да, уплывают очки. Вот, Южан. Да, и вот смотри, вот опять, как кажется, да, эта игра, ну, наверное, где-то на 2-2, да, Максим? Но если просто целиком игру всю вспоминать, да, по моментам, которые были у тройки, да, по этой сумасшедшей реализации Транссинергии, где-то игра 2-2, как получается с Интером? Да, на очко, на мой взгляд, тоже тройка вполне себе наиграла вот сейчас Ландин, но нет, здорово сейчас Красников у корпуса матер. Такие два мощных таких мясистых футболиста. И сейчас в этой схватке победителем оказывается Красник.
Павел Савоськин будет туда пробивать подальше, повыше. Правильно, от своих ворот нужно игру немножко увести. Главное там впереди зацепиться. Куликову это удастся, да, удается. Но на угловой мяч не уходит. Гуреев мяч этот забирает. Хотя Жарков, да, с его быстрыми ногами. Ну вот если бы была бы минута, да, не 59-я, а наоборот, чуть пораньше, может быть, Жарков бы и успел. Да, Жарков сейчас высочайшую скорость показывает, при том, что весь матч практически он провел, да, замены были, но недолго отдыхал Жарков, да, один сейчас из ведущих футболистов «Трансэнергии». Еще одна передача в штрафную площадку, Суворов на подборе, здесь под него подстраивается Рогов, однако Суворов не видит предложения, продолжение через Рогова, падает на всякий случай Семенов. Уповая на совокупность, может быть, эпизодов первого, да, тайма и этого. Но все, уже контратака пошла. Куликов здесь выбивает, да. Кричат там ребята, что нужно выбить, пока игрок тройки на газоне. Этот, конечно, пауза будет сейчас на руку хозяевам. Да. Но, честно, там Максим чисто отбор, абсолютно, да, это вот если в динамике спорный эпизод в первом тайме, да, с этим возможным пенальти, то здесь абсолютно чист у футболиста тройки. Этот мяч отобрали, Артем Семенов, да, капитан команды, на газоне оказался и нужна ему замена. Считает он все-таки, что нарушали против него там правила. Да, ну контактный все равно был эпизод, да, но мне показалось, что вот в первом тайме больше тянул на пенальти, нежели вот в этом эпизоде. Если там мы сомневались, то здесь как бы я тоже, честно говоря, не разглядел. Посмотрим еще обязательно этот повтор. Сегодня тройка, да, констатируем, предъявляет претензии работе бригады судей. Ну, конечно, есть много достаточно спорных эпизодов, ну и понятно, что здесь, так как результат-то пока не на руку тройки, вообще абсолютно, да, им также нужна победа для дальнейшего продвижения в Лиге Чемпионов. Кстати, Максим, если вспомнить, в прошлом году, знаешь, ну, точнее, помнишь ли, кто остановил тройку как раз? В прошлом году тройку остановил... Остановил Селтик. Селтик. Да, тот, та команда, которая дошла 5-1, до финала. Да, то есть 0-0, да. А в гостях у тройки они выиграли, да. 5-1. Удаление там было в этом матче, да, скандал. Да, да, вспоминаю, да, что там были такое очень нервное напряжение. Да, 5-1, действительно. Я просто помню эту игру, да, я ее смотрел, пересматривал, точнее, в повторе, но я сомневался, что это в прошлом году было, потому что да. Вот это пандемийный растянутый год. Да, у нас год, считай, на 2 года, да, на 2 года все растянулось. Все! Все, Алексей Сергеев свистит, и это означает, что Транссинергия сегодня забирает 3 очка у тройки. Минимальная победа 2-1. Да, радовались мы за Транссинергию сначала из-за ее дебюта, далее мы радовались первым очкам набранным, которые 3 очка завоевали, а сейчас мы уже констатируем, что в чемпионской лиге повержена сама тройка, да. Привыкаем к Транссинергии в Лиге Чемпионов, привыкаем к ее победам. Удачи желаем в дальнейшем и посмотрели действительно высококлассный поединок. Да, ну и получается первый круг Лиги Чемпионов, да, победа Миллениуму, проиграли Интеру, выиграли у тройки. Что будет во втором, здесь предсказать вообще невозможно. Что ж, следом идет следующий матч Лиги Чемпионов «Метеор» и «Титан». Ну а я, Вел Кьянов и Максим Киселев, говорим вам большое спасибо, что смотрели нас сегодня. Отличный Лига Чемпионский утренний матч. До свидания, дорогие друзья. Скоро услышимся, да, вновь. Всего хорошего и до свидания.